Доброго времени суток, дорогие друзья! В первой части мы рассказали про обычные апельсины. Надеюсь, вам понравилось. Можно выбрать и посмотреть, что душе угодно. И сейчас во второй части мы вам расскажем про красные, сладкие, вкусные, обалденные, невероятные апельсины пигментированной красномясы. Итак, 20 горшок 4500 и 22 горшок 6800. Приятного вам просмотра, смотрите, наслаждайтесь. Сортотип Тарока. Все апельсины группы Тарока, они все очень-очень сладкие, и они все имеют ягодный привкус, ягодный оттенок. При этом, ну, как бы есть, конечно, отличия вкусовые оттенки, но тем не менее все апельсины группы Тарока, они пигментированные, они все сладкие, сочные. У кого-то в большей степени есть косточек, у кого-то нет, но они все имеют ягодный привкус. Тарока Ипполита. Два экземпляра, номер два. Вот такой вот. Почка набухает. И номер три. Стройненький. Тарока Ипполита тоже красномясо. Это группа Тарока. Красномясо очень сочный, с ягодным привкусом. Вкусный. И Тарока Ипполита, его обожают и очень-очень пользуются спросом. Действительно достойный сорт, красивый, ароматный и прекрасно плодоносит. Еще один апельсин, сорт апельсина из группы Тарока. Апельсин Галичи, он такой раскидистый, прям крупный, огромный, вкусный, сладкий, сочный, также с ягодным привкусом, обалденный. Вот такие вот они раскидистые, номер 2, номер 1 и номер 3, 4500. Тарока Шелиф. Кстати сказать, в описаниях он плоды везде такие желтоватого оттенка, без косточек. Достаточно такой толстой кожурой. Это у нас Шелиф номер 2, номер 1, весь усыпан плодами. Красавец, невероятный красавец, прям, я бы сказала, обалденный, очень красивый. И номер 4, он тоже весь в плодах, весь усыпан плодами. Это Тарока Шелиф, обалденный, сладкий, вкусный, ароматный Тарока Шелиф. Тарока нуцеллярный в одном экземпляре. Очень вкусный, яркий, насыщенный, ягодный вкус, обалденный, привлекательный. Очень-очень рекомендую. Апельсин Тарока Тренгали, такой вот красавец, остался в одном экземпляре. Тоже очень вкусный, сорт сладкий, с ягодным вкусом, с плодиком. Красавец, обалденный, насыщенный, ароматный, сочный. Тренгали. Осталось два потрясающих, действительно потрясающих, обалденных апельсина Тарока Лемса. Это из новых. Номер один и номер три. Они очень раскидистые, они такие вот большие. Это номер один, обалденный вот такой. Это номер три.
потрясающий. У него другое название — Чичобелла и Фрагалина, за счет того, что у него аромат клубники у плодов. Плоды пахнут клубникой. Вкус, вернее, не пахнут, а вкус клубники очень сладкий, очень сочный и обалденный. Досталось два экземпляра, номер один и номер три. Очень вкусно, реально вкусно, обалденно. Апельсина, когда прочитала, увидела, и что он пользуется популярностью сейчас, действительно достойный сорт для выращивания. Интересно, это у нас Дорука Лемпса. Как вы уже поняли, у Дорука очень много сортотипов и много сортов, которые различаются между собой. И есть у Дорука сорт Дорука Росса, который тоже разделяется и делится. В питомнике Тинтери он разделен на два разных сорта. На бирке указано 49А8 и 49А0. Вот это Дорука 49А8, Дорука Росса. Они оба вот такие вот пышные. В плане раскидистые, то есть растение будет достаточно такое мощное, нужно учитывать, оно раскидистое, большое по размеру веток, то есть они вот такие вот в разные стороны. Это у нас номер два с плодиками, три плодика здесь, и номер три. Это Дорука Росса, у него вкусные, пигментированные, сладкие, сочные, с ягодным ароматом. Два экземпляра Дорука Росса 49.0. Это то, что я вам говорила. Разновидность Дорука Росса из питомника Оскар Тинтери. Это номер один. Такой он раскидистый. И номер четыре. И два красавчика. Дорука Росса. Дорука Скиара. Еще один красномясый. Замечательный, обалденный сорт. Вкусного пигментированного апельсина. Плоды очень вкусные. Ягодные. Это номер два у нас. Такой он крупный, видите, мощный. Номер один и номер три. Видите, какой он огромный, пышный, прям пышные-пышные ветки. То есть он требует много места. Дорука Скиара очень вкусный, очень сладкий. И сочный, и пигментированный. Потрясающий Дорука Мессина с плодиками. Вот такой вот красавец номер один. Великолепный, обалденный. Посмотрите, какие у него плоды. Шикардосные. Вот такой вот он с плодами. Вкусный. А какой он вкусный. Дорука Мессина. Дорука Альфия. Их несколько штук, поэтому покажу их по отдельности. Это вообще обалденный, очень обалденный апельсин. Сладкий, вкусный, просто невероятный. Номер один. Такой вот потрясающий Дорука Альфия. Классный, очень вкусный, реально вкусный. Мы его рекомендуем всегда, этот сорт вкусного красномясого апельсина с ягодными нотами. И номер два. Дорука Альфия. Такой вот красивый, обалденный, шикарный, вкусненный апельсин. Дорука Альфия номер три. Посмотрите, какой он огромный. Он просто бомбический. Невероятный. Классный. Дорука Альфия. О, красота!
Апельсин Тарока Альфио, красный, прям он мощно пигментированный, это номер 5 у нас, сейчас я вам покажу все остальные, прям пышненький, классненький, обалденненький. Тарока Тапи, обалденные, сладкие, красные, вкусные, ароматные плоды у этого замечательного апельсина. Номер 2 у нас представлен с плодами. Вот такой вот он. Красавец. Хорошенький. Мощненький. И номер 1. Вот такой вот красотунчик. Номер 1. Тарока Тапи. Итак, мои дорогие, мы сделали обзор, поделили на две части, поскольку очень огромное количество апельсин у нас, великолепное разнообразие, причем мы сделали две части, как вы уже видели, то есть первая часть у нас были просто апельсины, а во вторую часть мы сделали красномясые. И группа Тарока. Обалденные, сладкие, невероятные апельсинчики. Очень мы вам их рекомендуем, поскольку они действительно классные и очень вкусные. Сногсшибательные и очаровательные. Просто бесподобные и обалденные. Очень вам рекомендуем. Сорта классные, прекрасные, очень вкусные, сладкие. И, соответственно, обалденные растения. Итак, помните, я вам говорила, сангвинелла моската. Кущина, по-моему. Уточню, что правильно называть. Мицеллярный. Вот такой обалденный, сладкий. Тоже он очень вкусный и невероятно классный. Вот такой обалденный, вкусный, пигментированный апельсин. Следующий красномясый апельсин сангвинелла. Сангвинелла, их несколько сортов. Есть сангвинелла моската, нуцеллярный вот в данном случае. Еще есть кучина, по-моему. Да, сейчас покажу. Итак, я вам показываю сейчас сангвинелла моската нуцеллярный. Он красный, он пигментированный, он сладкий, сочный. В большей степени овальный, хотя вот здесь плодик висит, он более округлый. Но на самом деле... такой имеет форму овальную, шикарно плодоносит, прекрасно растет, очень вкусный. У него тоже ягодный вкус, как и у сангвинелли, то есть они похожи. И этот с плодиком. Номер 3. Он приехал, кстати, у него была сломана веточка, надломлена. Мы ее завязали, повязали, и судя по тому, что все в порядке, даже почки набухают, то есть я так понимаю, что ветка срослась, но мы пока ее трогать не будем. И видите, вот здесь то же самое. Когда он приехал, он был вот прям надломлен, поврежден. Мы его замотали, стволик, и пока мы не трогаем. Пускай все срастется до конца. Но вот опять же с ним все прекрасно, все замечательно. Это номер 3. И вот номер 2. Вот такой вот обалденный. Это у нас сангвинелла моската нуцеллярный. Вкусный, обалденный, пигментированный апельсин. Красномясые, пигментированные сангвинелли с ягодным ароматом. Они очень красные, и если соблюдается перепад температур, то они прям такого фиолетового оттенка. Тонкошкурые, овальные. Вот, кстати, смотрите, зацветает. Что касается, когда цветут цитрусы. Цитрусовые цветут не только весной, они цветут и летом. И видите, сангвинелли у нас начинает цвести осенью. Так вот, на минуточку. Итак, это у нас сангвинелли. Обалденные. Просто невероятно с
сказочные, очень вкусные, очень сладкие, ароматные, с ягодным вкусом. Это у нас сангвинели номер один. Вот номер два. Это номер два. И вот номер три. Обалденные, хорошие. Еще раз повторяю, вот показываю, смотрите. Уже неделю, как у нас стоят цитрусы, листопадности нет, слава богу, чему мы очень рады. То есть они адаптированы, они прекрасно себя чувствуют. Отлично и замечательно. Это сангвинели, обалденный, вкусный, ароматный апельсин. Красномясый. Апельсин мальтийский сангвиньон, тоже красномясый. Обалденный, просто в одном экземпляре остался номер два. Мало того, что красавец, он еще очень вкусный, он пигментированный, он обалденный, очень сочный и ароматный, он безумно вкусный, прям сладкий-присладкий, и мы его тоже рекомендуем. Следующий у нас на очереди — это фрагола. Это обалденный апельсин с клубничным вкусом, явным, выраженным клубничным вкусом. Фрагола, переводится клубника. Тоже он цветет безумно ароматно, пышными такими белыми цветами. Он потрясающий, он классный, он очень вкусный и действительно достойный для коллекции. Таких вот у нас 6 экземпляров. Сейчас я вам тоже их покажу. И мы их тоже очень рекомендуем. 6822 горшок. Номер один. Такой вот красивый, пышненький. Номер два. Ой, номер три, простите. Третий номер. И номер четвертый. Пышные, классные. Со всех сторон обалденные. Это фрагола. Дальше номер 5, номер 6 и номер 7. Вот такие вот красавчики. 22 горшок, очень вкусный, сладкий апельсин фрагола. Фрагола в 22 горшке. Обалденный. Вкусный, сладкий, клубничный. 22 горшок, 6800. В общем, друзья мои, вы не представляете, какие они красавцы. Эти апельсины, да какие они ароматные. О боже, да какие они вкусные. Прям вкусные, привкусные. И много, да, кто с плодами. В общем, вот эта вся прелесть и красота в наличии. 20-й горшок 4500, 22-й 6800. Божественная красота, божественная, бомбическая вкуснота. Добро пожаловать, пишите, спрашивайте. Пока есть наличие, все заманчиво, вкусно.